Проблема федерального масштаба с компанией Су-155 будет решена. Создана правительственная комиссия под председательством министра строительства и ЖКХ Михаила Меня. Напомним, тяжелое экономическое положение одного из самых крупных застройщиков страны заставляет вкладчиков выходить на пикеты в разных городах страны. 10% от общего количества дольщиков проживают в нашем регионе. Помочь им средствами областного бюджета нет возможности. Компания Су-155 находится на грани банкротства. Руководство страны, интересы граждан, а пайщиков в России около 100 тысяч, ставит во главу угла и обещает свою финансовую поддержку. Варианты: санация при участии тех или иных крупных финансовых банков и институтов, вплоть до прямой финансовой поддержки со стороны федерального бюджета.